Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр Бусинко. Всем привет. Как мы обещали в прошлой серии, после постройки дома мы пойдем тут в местный данжик. Бусь пойдет за мной, вон он там. Пойдем. У меня тут... Ну ладно. Пойдем. Я, короче, начала хлопок и посадила. Молодец, это хорошо. Он нам еще будет нужен. Пойдем. Мало, конечно, но... Сейчас мы тут научим всех правильно вести себя. Ты так, сильно далеко не убегай, пока я еще тут играю еле-еле. Тут есть несколько данжиков. Сейчас посмотрим, какой это данжик. И вот тут падик, ну, прикинь, вниз надо идти. Давай потихонечку вниз. За мной по чуть-чуть. Нежно и аккуратно. Прям ультра нежно. Там двери в конце. Ой, на меня павший солдат хочет. Он батон на меня крошит. Бысь, помогай, он страшный. Нифига чего, что есть силы. О, нифига ты его. Жестко. Ништяк, молодец. Так. Стараюсь. Там можно уничтожить. Тоже. Вот всякие вазы, ящички, я всегда ломаю, в них всегда ништячки прячутся. Опыт и ништячки. А что такое синее, понятно? Это синее, это мана. А, мне что нету, не могу ее взять? Ты просто ее не тратил, не на что тратить, у тебя еще пока нет навыков, так же как у меня. Впереди сундук с наградой, погнали заберем его. Е-е-е. Такс. Там что-нибудь есть интересное? Видимо, нет. Такс. Да нафиг она тебе нужна. Смотри, в клетке питомец есть. Хочешь крыську? Нет. Вон, крыська, питомец. Хочешь крыську? Не хочешь крыську? Нет. А у меня крыська. Это не мое любимое. Окей, нажимай М и это на площадку тпшь. Ну, чтоб пешком не идти. Ну, я поняла. Все, а теперь погнали, портал починим. Так. Какой окей. Портал? Портал во второй уровень. В первом уже делать все равно нефиг. А, тут надо каждый раз починить портал на следующий уровень? Да, чтоб на следующий уровень переходить, ну там и развиваться дальше, нужно это в новые миры ой, попадать. Ой, я упала. Ты, этот, если не сможешь сюда выбраться, просто тпшнись. Да, мне проще тпшнуться, потому что тут не вижу. Давай. Вон я тебя вижу. Ой. Беги сюда. Где ты? Ну, у тебя портал должен быть отмечен таким синенькая точка с таким чуваком в виде черепа белого. Да я вижу твой никнейм, да и все. Просто беги на него тогда. Так, тут нужно три... А, четыре кубика? Блин, а я только три принес. Жопа. Так, сек. А, по-моему, я могу сделать себя в руках. Да. А что за кубики нужны? Это портал. Все. Все, прыгаем в него. Встань его и постой. Тебя это пышет. Че, путь написать, да? А, ну да. У меня там просто без предложений тащит, втаскивает. А у тебя, видимо, от того, что мы, ну, как бы на моей карте играем, видимо, ну, предложение все время спрашивает. А уверен ли вы, что хотите отправиться туда? Нет, не уверен. Слушай, а у нас, получается, дом на первом этапе, да? Потому что на каждом этапе надо строить? Нет, мы просто сюда будем телепортироваться, это типа нашей базы. Можно, конечно, и на, в других локациях сделать, ну, домашние, да, как бы. Mm-hmm. Вот, ну, здесь просто удобнее. Здесь мобы слабенькие, поэтому так вот раз ты пэшнулся, как бы, ну, безопасно гуляешь.
А там дальше, чем больше уровень, тем опаснее мобики будут. И вообще сам по себе мир будет более опасный, более суровый. А не отличаются миры? Да. Или... Сейчас мы попадем в пыльный, в пустынный. Здесь нужно, Разнообразие. нам с тобой тут надо нас собрать как можно больше кристаллов и меди. А Блин, так еще загружает долго эти миры, думаешь, что? по первости, а потом, когда они будут в буфере, ну, прогрузятся, там уже будет попроще. Вот. Короче, нам здесь с тобой нужно максимум собрать меди и еще изумруда, чтобы дальше качаться. Потому что уголь, он на следующем мире. Ну и по-хорошему надо найти портал в следующий мир. Обычно он где-то рядышком бывает. Пыльный Сейчас. уровень 2. Да. Тут второй уровень. Это обычно он близко бывает, но я его что-то сейчас не вижу. Будем искать с тобой портал. Но пока что пособираем, и дальше потом поищем более детально. Так, ты сильно от меня... Я чуть Это дальше кто? портала, где вот мы появились, чуть-чуть дальше Ага. отошел. Эти А ковыряю. кактусы нам нужны? Кактусы нет. Нам нужны, короче, медь. Вот такая вот. Видишь, вот. Вот это как камушек, да, Да, и черный, край, и коричневый. да. А ты чем его? Я обычной рукой херачу. Не, можно было, конечно, сделать эту, как его, кирку, и тогда киркой-то больше добывать. Там будет по два выпадать. А что-то как-то... Кстати, реально, а что я не сделаю? Как ты думаешь? Чего я Да что ты не мучаюсь? сделаешь? Все, я сделал. Ладно, я не в курсе. А ты нажми это Б, Н английскую. Там вот где кирка нарисована, будет написано каменная кирка. Тебе нужно 4 блока камня и 2 дерева. И У меня создаешь эту четыре кирку. камня. Камня нету. Да. Иди ко мне где-то. Вон Эх. сверху. Я это выброшу тебе немножко камня. Сейчас. Да. Смотри, я выбросил 6 штучек. Тебе должно хватить. Спасибо, дорогая. Все, сделай себе. Киркой добывай, если будешь добывать, там будет круче. Я пока попробую. Вот эти, короче, нам вот эти черепашки нужны. Вот эти вредные противные черепашки. С них падает эссенция, которая нам нужна. Блин, она убегает. Ой, он меня толкнул. Я знаю. Помогай мне, иначе меня убьют, они очень вредные. Главное, чтобы он далеко не отбегал, а то они бешеные, они потом уползают. Вот еще один к нам ползет. Главное, сам убегал сначала, теперь подошел. Бяка. Осторожней, пусть кушать что-нибудь, тебя убьют. Я он это... О, я левел апнулся. Я тоже. Нажимай на С. Вот, и там увидишь... А, нет, погоди, это не я лапнулся, это ты. Я уже обрадовался. Да, и там типа что тут сила, да, вот как ты Тебе говорил мне нужно нужно. одно в телосложении, одно очко и два в силу. Чтоб ты побольнее била. Ой, теперь я тоже лапнулся. Так, я буду одно в тело вкладывать. Там, видишь, тел написано. Да, я поняла И это. два в интеллект буду ложить. Смотри, также у тебя появились таланты на втором уровне. Вот там, видишь, вкладка таланты. Вот, там можно Ладно, выбрать специализацию, на чем ты хочешь. Вот у меня, например, я на палочках сейчас я выбрал специализацию. Нашла? подожди, таланты где? Локус? А, ну таланты, ну и чё? Ну все, это нажми на них, Ну, как смотри, у меня на... Что у тебя там? специализация на топорах, на молотах и на мечах. Ну в данном случае ты с мечом бегаешь, так что На мечах. да. Да. Надо одну выбрать. Только одну, да. В любой момент можно поменять. В любой момент. То есть, когда тебе там, например, возьмешь топор, всегда можно поменять. Проблемы нет с этим. Вот. Так, чуть дальше отошел там это, руду пособирать. Отлично.
потихонечку тут можешь дядек помучить всяких. Ну там, привыкай. Бей всех. Если сильно близко подходит, то в какую-нибудь сторону, когда двигаешься, нажми пробел, и он это кувырок сделает. Что-то наподобие уворота. Весьма таки неплохого, эффективного. Такс. Отлично. Нифига, я пропустил удар по себе. Только так отхватил лещей. Прикинь. Че жесть. О, у меня палочка сломалась, думаю, что я так мало урона нашел. От меня тут солдат бегает или на коже. Ты бы видел, я тут гоняю по пустыне. Вот он гад. Ошибись. Все еще бегает, засранец. Ай! Как же. О, нифига. Это червяк, он вылез из земли. Да, фига чего. Фига чего, ай, что есть силы. Нифига, он меня убьет, походу. Бывает. Если убьет, то ты появишься на телепорте. За смерть снимают немножечко монеток. Монетки нужно, ага, чтобы потом торговать. Я его убил, понятно. Да? Ну, всем крута. Понятно. Ты опасна. Ничего бы. А, это меня убили. Две монетки отобрали. Черепашки, бяки, пока я маленький, они всегда меня обязают. Пользуются тем, что я еще пока не могу их сильно больно бить. Я тут какие-то красные кристаллы нашла. Они они будут нужны на первое время, там, чтобы шматье крафтить, новый вид оружия. Второго уровня сделать. Потом некоторых, по-моему, еще я помню, рецепты делал на одежду из них. Их, конечно, сверх много не очень надо. А вот прям буквально какое-то определенное количество вполне достаточно. По-моему, 20 штук мне хватало, чтобы в пыль превратить и пользоваться достаточно хорошо. Тикс. Ах ты гад, а. Черепашка бешеная. Пользуется тем, что у меня это поломанная палочка, поэтому я мало урона ей наношу. Ах ты, сучка. Ну ты чё ругаешься-то? Я бы не ругался, если бы она не били меня больно-больно. Понимаешь, в чем? Я не могу даже от нее толком увернуться. Ужас. Я заранее уже начал уворачиваться, потому что иначе капец. Прикинь, она крутилась до тех пор, пока меня не убила. Она очень дерзкая. Обезяет меня. Обезятя. Делает. Так-с. Хорошо. Сейчас я подумаю, чем бы отомстить. Мне нужно эту штучку сделать, которая чинит. Забыл забрать. Все, я палку починил. Сейчас я преподам ей пару уроков вежливости. Странно. Где-то вроде моб. На верхушке чего-то, видимо, гуляет, судя по тени. Ну, ты как-то нормально себя чувствуешь? Всех убиваешь? Да, тут пока никого нет. Ух ты, бяка, какая. Он за этим с кем-то дерется? Да, это вот черепашками дерусь. Вот она, бякушка. Она лично меня обижает. Мне нужны с нее эти. Блин, она убежала. Да вот она. А хп себе установила, уродина. Я заметил, как только ты начал ее бить, она с меня слетела и побежала, ну, респауниться. Вот с нее, короче, падают зеленые эти кристаллы изумруда. Они будут, ну, тебе и мне нужны. Да, вот, да, я именно ради этого дерьма, короче, я именно здесь и мучаюсь. Живительный изумруд. Да, мне их нужно будет очень-очень много, и тебе, в принципе, тоже, чтобы крафтить новые шмотки и новую палочку. Ну, в твоем случае это будет новый меч. Хотя, не знаю, смотри, что ты хочешь. Вдруг ты хочешь с молотом ходить. Хозяин, как говорится, барин. Ну, не знаю, у меня пока меч, молота пока нету. Его крафтить надо. Ну, чтобы скрафтить, нужно улучшить станок до второго уровня. Замкнутый как бы круг. Прикинь, реально, я сейчас, когда ударил ее... Ну ты же первая атаковала.
Когда я ее ударил, она побежала распауниться. То есть как бы таргет забит был. Странно. Также нечестно. Мы вроде с тобой в одном отряде играем. А такая разница. Там покушай, то умрешь. Так, ты с нее забрала эти зеленки. Ну ладно, пойдем их насобирать. Я тебе отдам, если что. Да все нормально, пошли. Чем больше соберем, тем лучше. Нам нужно будет эти заклинания делать всякие. Пойдем. Вот там, смотри, есть гоблин и черепашка. Я заберу на себя гоблина, а ты черепашку. Там еще червь появился. Нафига тут? Он меня убил, она. Убил? Слушай, здесь столько червей, они меня тоже убивают. Этот гоблин, блин, бегает кругами. Черепашка вообще мерзкая. Сейчас я личинку убиваю маговую, которая тебя убила. Я отомстил за тебя. Там личинка убила, да. Я думаю, черепаха меня... Там вместе они тебя гнобили, черепаха и личинка. Да, они меня гнобили. Так что давай сюда отомстим им. Фигачим чем эту бяку, что есть силы. Она хочет спрятаться. Ты смотри, что делает. Она восстановила жизни. Да, я тебе говорю, она, потому что когда ты ударила, она сразу убежала. В тебя там маговая личинка стреляет, осторожней, как раз в спину. Что такое? Я опять умерла, походу. Я же тебе говорю, там маговая личинка, ты прям в нее прыгнула. Тебе прям в спину фигачила. Черт, она уходит, она на себе была. Нет, это, конечно, не дело. Почему так таргет тупо сделал? Вот честно сказать, будет грубо сказано, хочется насрать в руки разработчику, который не продумал эту систему. Мы с тобой в одном отряде, но гребаные черепахи на нас висят по-разному. Как только, как будто кто-то левый стучит по нему. Ладно, пойдем сюда. Здесь попинаем этих. Там должны быть склянки с хп-шками. Слушай, тут есть что покушать? Ну, можешь кактусы погрызть. С них иногда эти выпадают нужные ингредиенты. Слушай, там этот зеленый гоблин стоит какой-то. Ну, вообще-то тебя сейчас один лупит, ты не обращаешь внимания слева? Я тебя защищаю, а ты стоишь, смотришь на переднюю. У меня его, я его не видела. Было. Тебя лупил в открытую. Серьезно говорю, его не было, я не видела. Они, блин, трусливые уроды. В том плане, что частенько бегаю туда-сюда. Так, как этот кактус называется? Гринил, да? Или где он вообще? Темена. Нет, семена кушать нельзя, но у них есть у некоторых плоды. Как раз таки плоды можно употреблять. Нет, я сейчас кактус нарубила, не могу его найти. Так. У меня семена кактуса вылезли, а сам кактус, где что ты поела. Ну там на что-то разбирается. А на воду, по-моему, разбирается. Вот эти вот большие кустарники агаву ломай. По-моему, она съедобна. Я не помню. Давай проверим. Агава. Вот смотри, агаву можно кушать. Вот такие большие растения кушай. Да. А мне тут одни семена нету у меня. Нет, ты не врубаешься, иди сюда. Вот, видишь, вот эти вот такие кактусы, вот я на нем сейчас прыгаю. Да, я такой сейчас. Вот такие ешь, и они такими, как в виде маленьких арбузов будут. Рисунком. Называется агава. Не семена агавы, а сама по себе агава. Вот она съедобна. Я тебе говорю, я такую сломала. Ну, смотри внимательно, я тебе что могу сказать. Смотри внимательно в инвентаре. Либо у тебя на цифровой может быть. Я же не знаю, как у тебя там выглядит. Что куда ты расставляла, правильно? Вот, поэтому я говорю, смотри. Черт, надо опять палочку чинить. Я нашел, как этих черепах обманывать. Уникальный способ. Бякушки обижают меня. Так, где там точилка? Есть эффект. Починенной палочкой-то удобнее фигачить.
Представляешь? Считай, больше урона наносится. Как я лихо ее провел, ты бы видела. Пусть ты кого-то там бьешь? Да. Правильно, фигачи всех. Они должны бояться нас. Я иду на помощь. Гоблин. Зачем? Все, он там уже засал, вижу, бегает. Готово. Здорово. Молодец. Так, что там у нас по зеленым? У меня 3 зеленых изумруда, у тебя сколько? У меня? Да. Тоже 3. Да? Отлично. Пойдем сюда. Заодно, может, портал найдем? Было бы здорово. Так. Главное, есть компас, но компас нифига не работает. В том плане, что не указывает, где портал. О, я левлапнулся, по-моему. Да, это я. А ты нет? Нет, еще. Так, 1 в тело, 2 в инкту. Все. У тебя мало хпшечек, ты меня отображаешься краснеющим, таким мерцающим никнейм. Да, там впереди это... дядька, смотри, он помощи нашей хочет. Поможем? Несчастному. Мы там сейчас этого убьем, и впереди там дядька бесится. Ты сможешь убить, а то я сейчас умру. Я был там еще гребаная черепашка, так что даже не знаю. Ну и вот мы точно убьем вот черепашку. Кто ее знает? Завалили. Отлично. Все. Кушай. Вон еще один гоблин. Да, да, агаву, кушай, агаву, кушай. Восстанови хп. А потом уже гоблинами займемся. Так долго восстанавливает. Да, но не сразу. Ничего страшного. Там двое стоят. Да. Так, у меня по идее 3 уровня, значит я могу новый шмот уже себе сделать. Пойдем наверх, там какой-то таджик. Может спросим его, что ему надо. Вон я поверху пошел к нему. Можешь это напрямую вот здесь вот, давайте дырку проковыряю. Геолог Стентон. Что? Чистые образцы он ищет, чего именно? Медная руда ему нужна. О, у меня и дофига. Сейчас я ему предложу, что мне интересно взамен. Ай, я упала, упала. Так, у меня 1000 опыта, 22 монетки. И все, да. Он просто ограбил меня на руду. Понятно. На этом и все, представляешь? Вот так вот. Вот, ты без меня сходил. Я тебя стою здесь жду. Да иди сюда просто, здесь вот нырнешь. Вот здесь же есть. Запрыгнуть можно. Ты с ним поговорил, он наверняка тебе предложит новый вариант. Тоже квест. Всяко. Он этот квест делится. Ну, между игроками. Я уверен. Давай его зафигачим, у нас никуда не денется. Так, ему и надо. Бяки. Отлично. Поговори с ним, я тебя поохраняю, на всякий случай. Мало ли чё. Здесь только что-то. Нигде не вижу портал. Здесь вот мы бились, вон ту черепашку знаю. Так. Все, поговорила? Ну, мы... Да. Он тебе предложил эти... принести ему руду. Говорите с людьми, может понадобится помощь. А, ну все тогда, пойдем. Все, он бяка, значит. Тебе надо будет потом одной сюда вернуться. Пойдем черепашку убьем внизу. Заодно портал поищем потихонечку. Ух, ух, тут две. Ё-моё, осторожней. Она дерзкая. Черт, я палку не починил, это плохо. Это очень плохо. Еще вторая, осторожней. Вторая ныряет. Готова к прыжку.
Давай зафигачим, что есть сил. Я думаю, у нас должно получиться. Да. Фига, она быстрая. Еее! Мы их отпинали, ты прикинь. Да. Круто. Так, я хаваю. У меня мало хп. Так, я сейчас это... У меня же уровень, но... Форсту, да? Да, ну тогда левелапайся. Вставляй там себе новые ништяки. Да. И он как раз сейчас пока пожевал, чтобы хпшки восстановить. Все, пойдем вниз. Так. Здесь смотри, черепашка и демон. Будь осторожен, сначала черепашку выманю. Она сама придет, не беги к ней. Она сама сейчас сюда придет. Блин, только сказал про починку и опять забыл. Починикаться. Так. Сейчас, погоди секундочку, я починюсь. На шестерочку. Отлично. Все, теперь давай на демона нападем. Отлично. Готов. Берем личинка магмовая. Так, ей надо. Ибо нефиг на нас батон крошить, правильно? Ну. Так. Отлично. Я заметил, что когда мы с тобой опыт получаем, то он между нами сразу делится по-братски. Тут же мгновенно. Хоть что-то делится по-братски. Только лут не делится. Ну, я имею в виду, что он не дублится. По принципу, кто взял, тот взял. Того и тапки. А чё ты ушел? Тут еще есть. Да я... Я сильно-то детально не собираю, так чуть-чуть. Там двойной дядька. Он гоблин и этот. Я гоблина тяну. У тебя мало хп, пусть кушай что-нибудь. Да, мне... Кушай, я до его добью. Блин, нифига он бегает. Бешеный. Прикинь, убежал куда. Вообще жесть. Засранец. Все, я добил его. Тут черепашка. Бешеный черепашку. Черепашка-завр. Фигая, критую по ней. Есть эффект, убил. О, бусел и улапнулся. Я четвертый уровень, поздравь меня. Ай, тебя, блин, убили. Я думаю... Тебя, да, в спину демон убил. Осторожненько. Я тебя здесь жду. На полянку эту. Тут недалеко, в принципе. На какую полянку? Я пока... Да, здесь вот, ну, вот, получается, идешь, да, сюда, и тут полянка такая прямая будет. Сейчас я найду. У тебя на пути там будет демон, давай я помогу тебе с ним справиться. Мне просто сейчас меч сдохнет. Да, не переживай. Я имею в виду... Я тебя научу потом, как это, точилку делать, чтобы чинить. Правда, здесь мы вряд ли его починим, здесь камня нет, но в этой локации надо... Камень надо быть. А, хотя он есть вот здесь, вот, вот смотри, видишь, шахта, вот камень. Вот это вот. Камушек. Вот. Его из него можно точилку сделать. Если нажать. Вот, и там. Сейчас скажу, какая вкладка. Вкладка там же, вот где кирка, чуть ниже, оселок называется. Вот, изготовишь эту штучку, выставишь ее на цифровую, активируешь, и это починит, короче, вещи. Осторожнее, в тебя фигачим огнем. Кто-то меня. Тебя убили? Да, похоже, да. Меня опять в спину ударяет. Тебя этот демон ударил. Блин, тут черепашка, прикинь, ни с того ни с сего, я не ожидал, что он появится. Офигеть. Бешеная черепашка. Иди сюда, пяка. Черт, палка сломалась. Фух. Блин, нежданчики, не ожидал такую битву. Кошмар. Ты тоже не ожидала? Зелья. Целебные зелья. Можно зелья, кстати, целебные делать. Они лучше будут. Вот, оселок. Называется эта штучка, которая... Ну, для починки. Где, говоришь, починку сделать? Н, там, где вот нарисовано кирки, называется оселок. Или оселок. Как угодно.
А, ну да. Вот, ее переставляешь себе на цифровую панельку. Вот. И там это, ну, активируешь ее, она чинит вот то, что у тебя есть в руках. То есть, например, если есть там цифровой там топор, кирка, еще что-нибудь, то все вот это чинится. Таким макаром. Он я починился. Так, 6. Окей. Че, погнали это домой, посмотрим, что мы Что я можем не изучить. починила, я не поняла, что, как Ты, правильно а у починить. тебя полосочка у меча внизу зеленая или красная? ХПшки восстановлены? Красная. Красная, значит не починилась. Вынеси и нажми на нее, на циферку. На какую-то циферку вот этот осилок вынеси и нажми на него. Ну, в смысле, нажми эту цифру. Нажала? Не, там просто нажми эту цифру, и он автоматически починится. Получилось? Потом как-нибудь. Такс. Все, давай тпшнемся, потом сюда вернемся. Сейчас маленько попробуем починить то, что починено. Смотри, не знаю, как у тебя, но у меня получается, если нажать M, слева появился домик, типа домой. У тебя есть? Да. Вот нажимай на домашний остров вернуться. По идее, нас сейчас с тобой должны, ну, на нашу вот эту локацию, где у нас типа дом, вместе кинуть. Мы сейчас с тобой набрали несколько ингредиентов, мы их сейчас с тобой перемолим и попробуем что-нибудь сделать посильнее. Даже ту же броню и прочее, прочее, прочее. Ты там, кстати, какого уровня посмотреть? Я уже почти 5-го. Там бронька должна быть новая. Я сказал, что я почти 5-го, но я не 5-й. Как хорошо, когда домик рядом, вообще супер. Раз, забежал домой. Правда, слева от нас куча бяк тусует. Да ладно. Так, смотри, я могу чертежный стол поставлю. Изучу. Это чтобы делать всякие такие ништяки. Смотри, наковальня это для того, что нужна для тебя. Ну, чтобы ты там могла для себя вещи крафтить. Вот. Горнило сделаю, чтобы... Меня кто-то бьет. Можешь меня защитить? Я еще лечу. Ты летишь? А, извини, я не знал. Меня этот бяк бьет. Офигеть. Надо срочно окна ставить. Тут чуть не убили. Представляешь? Вообще изверги. Вот эта вот штучка огромная наковальня для тебя. Только ты умеешь пользоваться, я нет. Ну, в смысле, как я могу, конечно, воспользоваться. Не, это Умеешь. чертежный стол, это для того, чтобы эти делать. Скажи, не скажу. А наковальня вот, блин. Наковальня, для, это для тебя, там твои только, ну, только металлические, можно изготавливать какие-то всякие ништяки. А вот у меня, например, для меня это вот алтарь с книжкой. Странно, только что тут можно было поставить. Вот. Отлично. Так, сейчас давай сделаем эти окна или что там, как делается. Стол, стул, табуретка, кровать, забор. О, двери, смотри, синяя дверь. Блин, нифига тут нужные вещи. Медный брусок, ну сейчас сделаем. Так, высокий забор, стол деревянное, окно рама. Золотое яйцо, прикинь. Офигеть. Золотое яйцо. Так. Нет, таких три окна надо. Пусть меня кто-то бьет, походу. А, нет, просто за мной кто-то охотится. Сейчас я выйду наружу, посмотрю. Да, там слизняк, оказывается, охотится. Прикинь. Бякушка. Слизняк, бякушка, охотился. Вау, но он еще не один. Представляешь? Вообще жесть.
Секс. Ой, не то нажали. Все, я сделал эти окошечки. У нас теперь это мобики через окна не пройдут. Все круто. Мы цивильно выглядим. Такс. Посмотрим, что можно сделать. А, до второго уровня, чтобы прокачать. Понятно, металл нужен. Так, так, так. Огонь, шар. Все мило, здорово. Так, прикосновение природы. Две палки. Наверное, палочку сделаю, не буду посох делать. Посох, во-первых, долго делать, а во-вторых, палочка быстрее гораздо юзается. Пыль. А, нифига не сделал, мне пыли не хватает изумрудной, прикинь. Мне еще 4 как минимум надо сделать эти фигни. Единственное, что мне, наверное, сейчас хватит, только на... А, да и то надо 5 сделать. Сейчас я сделаю 5 мешков фигни всякой. Зато вот можно уже новый вид броньки фигачить. Требуется 5 уровень. На 3 можно, конечно, я не знаю. Или потерпеть до 5. Как думаешь? Интересно, да, вопрос? Ну, мне кажется, можно потерпеть. Ну да, я почти уже 5, там подкрафтить можно всегда. Так. Что у нас есть? Навык. Не, сюда. Это не каждый день я юзаю. Так, что у нас еще тут у меня есть такое? Чего можно было бы, например, избавиться. Пока от костяшек можно избавиться. Так. Яичко. Надо камней набрать на этом уровне. Здесь камушки есть. Можно объединить. Так. Ага. Это типа еды. Можно выбросить. Грязи блок. Дерево нафиг не надо. Семена имею в виду. Заморачиваться с ними. Так, это чё? Смрудное дерево нафиг. Хлопок можно. Куст таминки, да? Таминки можно вырастить. Пшеничка. Сходный материал. Ты тоже меня там садишь? Угу. Странно. Сразу заметил. Надо бы мотыгу сделать. И спахать землю. Чтобы даже просто визуально, ну, можно было отличить, что, где что посажено. А то тут в этом хаосе непонятно. Ну. Не видно просто. Да, не видно, где можно посадить, где нет. Жестикус. Ой. Я уже тупо везде поподряд фигачу. А, зайка блоки ставит. Хулигане. Да ничего не ставлю. Он блок поставил. Только что. Да. Вот, теперь они так все делают. Чё, я просто говорю, что хулиганишь, блоки ставишь. Экс. Короче, на новую палочку мне нужно еще больше вот этих зеленых изумрудов. А у тебя сколько их, кстати? Кого? Изумрудов. Тихо, да. Ой, это ты лапнулся, походу, я смотрю. Я услышал. Да. Ну чё, поздравляю тебя. Чего-то я не слышу радости. Я говорю, спасибо. Ну ты слишком тихо сказал мне. Я не расслышал. Текс.
Окей. Портал мы еще не нашли. И недостаточно сильно намучили бедных несчастных черепашек. Так. Окей. Я это телепортируюсь туда, в пустыню. Ну, как закончишь здесь, можешь тут, ну, присоединяйся, окей? Уходит пыльный узел. Я. Понятно? Я пошел пылиться, понимаешь? Пылиться. И нет бы. Век воли не видать, как лишь бы не пылесосить и пылиться. Угу. И нет бы мне помочь. А в чем? Скажи, с чем помочь? Не знаю, я нашла яйцо. Яйцо, это хорошо, его можно скушать. Да? Да, когда есть у тебя мало будет жизни, можно скушать. А у меня еще есть сок синего портального камня. Да, это хорошая вещь. Да, они нужны? Да, конечно. Да. Благодаря им мы можем делать порталы. А что ты меня спрашивал? Что тебе нужно было? Какой портал? Изумруд. Просто изумруд? Да, я хотел знать, сколько у тебя его. Мне вот не хватило, получается, двух, чтобы который я сделал всю палку. Зеленый? Зеленый, да. 6 штук. 6 штук. А, ты еще, видимо, не разминал их. Там это. Посмотри у себя там. А, ну тебе тоже надо, как и мне, все равно. Их, короче, нужно 8, чтобы сделать 2. Из них можно сделать потом вооружение. Это очень сложный процесс. Я знаю. Короче, надо, чтобы ты... Ну, очень нужны и полезны. Ну, я не понимаю. Мне нужно, чтобы ты все равно подошел ко мне, потом показал. Тебе нужно зайти в эту наковальню. И во вторую вкладку посмотреть, во что его можно перемолоть. Вот. А ну, самый лучший вариант... Ты столько вот, понимаешь, что дело? Столько всего настроил, уже сам не знаю, где у нас наковальня, а где верстак. Ну, наковальню-то ты, я думаю, не спутаешь ни с чем. Я спутаю. Там наковальня и молот на ней лежит. Сразу как входишь слева. Я вообще упала куда-то. Ямку? Постоянно ямки. Ямки наши все, да? Янки наши все. Бешеная черепашка, умри. Я домой. Я маленечко это надыбал этих изумрудных камней. Сейчас палочку себе сделаю. Немножечко палочки. Давай я сейчас посмотрю это в наковальне, какое крутое оружие на тебя, и скажу тебе, что крафтить, окей? Вот, потому что я-то воином не играл, я не знаю. На мага-то я знаю, что посох он, конечно, мощно бьет, но он медлителен. Косу я ни разу не делал, не знаю. Но для ближнего боя, как-то, знаешь, мне кажется, играть магом и в ближнем бою бить косой, по-моему, идиотизм. Вот. Поэтому я, конечно, предпочитаю палочки. Смотри, вот твоя наковальня. Так, что у тебя тут можно делать? Шлем викинга, нифига себе, слушай, круто. Тебе зеленые эти штампики нужны. А, тебе нельзя в порошок, тебе нужно только в самоцветы все делать, представляешь? Ого, ты еще кольцо умеешь делать? Обалдеть, нифига ты крутая. Так, у тебя вот из костей можно делать шмот следующего уровня на 3-й левел. Я смотрю, тут плены, штаники нужны. Плащ рыцаря. Ого. Блин, да ты крутая. У тебя помимо плаща еще кольца есть, представляешь? Очуметь. Так. Че, у тебя метательный топор? Ого. Нифига себе. 10 штук, то есть они, получается, тратятся. Медный топор просто. Это которым надо орудовать на 5-й уровень. 66 больше всего наносит. Так. Укрепленный медный молот. Ага. 58. Медный длинный меч. 40 наносит на 3-й. Медная дубина. Тоже 40. Фига себе. Прикольно так-то. Слитки металла.
Вот. Слушай, у тебя прикольные эти ништяки. Я их Тебе, лечу. оказывается, изумруд не нужен, только тебе надо его переделывать в чистый живительный изумруд. Если я их переделываю в основном преимущественно в порошок, то тебе не обязательно этого делать. Я больше понимала, о чем ты. Матерюсь, да, тут? Хулиган, матюкаюсь. Слушай, а где печка? Сейчас, секунду. Так, печку. Потому что это... Блин, уголь нужен. Так что нам с тобой полюбас надо в третий этот уровень искать. Портал, прикинь. Иначе жопа. Вот так вот. Представляешь? Черт, как жить? Как жить? Ты знаешь, как жить? Ты грибок Не выбросила? знаю. Я выпустила грибок, ой. Да, Ну садовый ладно. гриб. Возьми еще. Так. Окей, смотри. А ты, кстати, не знаю, сейчас посмотрю, сможешь ли ты сделать. А, нет, не сможешь, тебе тоже медь нужна. А чтобы медь получить, нужен уголь. Так что бессмысленно. Тебе придется, как и мне, сейчас идти добывать добро. Че, погнали? Прям Тогда. сейчас? Ну, чё? И прям здесь? Да нет, я просто спрашиваю. Так. Нам нужно с тобой телепортнуться во второй уровень и найти портал. Погнали. Чё ты опять без меня уходишь? Мне же надо знать, куда что делать. А А ты как нажми грибы? М, и второй, там это второй уровень следующий, который открыт на карте. Ну ты же как-то один раз уже туда прыгнула. Ну блин, я не помню, как я туда прыгнула. Нажми Я М, сейчас увидишь нажала. пустыню. Там будет на второй. Нашла? Не знаю. Ну, смотри, там карта, и вторая иконка Ну, активная будет. я просто тупо. Там двоечка. Ну, там пустынная вот эта хрень будет Да написана. я поняла. Ну просто ты играл до того, как мы начали записывать. Ты разобрался. Я сейчас сижу и как. Не знаю, блин. Для меня это как высшая математика. Ну, ты уж совсем строга к себе. Сейчас, надо привыкнуть. Как только привыкнешь, будет легче. Так, я не знаю, где здесь портал. Вот честно скажу. Может, мы разделимся с тобой, в разные части пойдем и поищем портал? Было бы Давай ты меня здорово. хотя бы дождешься сначала. Я здесь, я жду. Как ты ждешь, идешь на километр куда-нибудь, я жду. Нет, я рядом. Я отошел только чуть-чуть. Вот у меня черепашка напала, я бью ее. Она какая-то бешеная. Взяла, главное, такая, решила, что здесь больше не будет со мной драться, и решила уйти, прикинь. Вот ушла я. Вот опять. Она почти уже умерла, но вместо этого взяла и решила сдриснуть. Зашибись. Слушай, портал как там? Просто любой портал? Другой? Или они как-то А определены? такой же, как мы с тобой находили, синий застраивали. Пойму, кто меня там фигачит еще? Я появилась. А кто-то фигачит от всей души. Здесь, видимо, личинка или еще кто-то появляется. Да, точно. Ты в какую сторону попал? А вон я, ты меня увидишь. Я внизу, меня личинки бьют. Нет, нет. Так, смотри. Нам нужно разделиться. И найти здесь портал. Либо Ну пойти давай вместе. разделимся. Там мы были. Там это зад. Мы там были. Я пойду прямо, а ты налево. А у тебя налево. Да, вот как я прямо пошел, ты налево. Там видишь, тоже есть плато. И поищи на плато что-нибудь интересное. Портал он такой, у тебя потом отметится на карте, как только ты в него упрешься. В принципе, он такой будет недостроенный с синими блоками. Светящимися. Ой. Блин, капец, кажется, меня сейчас убьют. Тут две черепашки, крутяшки, еще и демон. Меня убили. Блин, дупаш. Пойду отомстить. Да они вообще офигевшие, эти черепашки. Взяли, напали меня. Отпинали по-быренькому. Ужас. Ни единого шанса мне не дали.
О, господи, опять эти магмовые личинки не надоели. Я их ни разу так часто не находил. Постоянно под ногами. Ужас. Такс. Иди сюда, черепашку. Черепашка завор. Ну, зашибись, как всегда. Конечно же, она спряталась, отличилась и решила потом меня пойти попинать. Вполне же логично, да, что так надо делать? Зачем по-честному драться? Я сюда, трусливое создание. Научу тебя вежливости. Черт, где моя заточка? Сюда, бека, получи-ка это. Есть эффект. Бось, как у тебя успехи? Слушай, ты нашла его? Он у меня появился. Ты около него? Да. Я около него? Почему я не в курсе? Не знаю, ты просто, наверное, не заметила. Ты мимо него прошла. Вон, я смотрю, появился на карте. Клево, давай сразу в него. Нам там в этом портале нужно, короче, надыбать это уголь. Пофиг на всех этих уровнях. Я ничего здесь не вижу, я где он? Чего? Внизу он повыше. Посмотри выше, видишь его значок. Может, он на вот эту верхотуру? Черт, меня убили. Я не успел зелье выпить. Ты развернись, и он у тебя на карте будет отмечен логотипом черепа с синим ртом. Ну, в смысле, когда будешь смотреть. А, вон он. Я тебе говорю, ты мимо него пробежала. Нет, я до него еще не дошла. Потому что надо подниматься. Я вот побежал, и меня убили в спину. Бяки-буки. А теперь я крутая, я его нашла. Да, ты крута. Что делать надо? Нужно застроить его синими блоками телепортационными. Их, чтобы их скрафтить, нужно нажать N. А, и там, где вот изображение черепа, будет написано «синий портальный камень». Их 6 штук надо сделать. И заставить эти синие дырки, вот, которые там есть. Где череп? Черепа нет тут. Нажми N, и там черепушку ищи, вкладку с черепом. А, да нету черепа. Есть, смотри внимательно. Поверь мне, просто смотри внимательно. Она, по-моему, третья по счету идет, да, третья. У меня есть пару блоков, сейчас я поставлю. А, у меня как раз все 6 есть. Я построю. Ну, отойди маленько. Построю. Отойди маленько, а то я не смогу строить. Нет, нет. Ты следующий построишь, они везде нужны синие. Не пережу, как говорится, не жадничай. Да я хотя бы что-то сделаю. Ты сделала самое замечательное. Ты нашла портал. Поверь мне, знаешь, сколько я искал? Бегал. Че, погнали? Погнали. Третий уровень, насколько я помню, он такой будет весь зеленый и призеленый. Прям ультразеленый. Аж захочется блевкать от него. Единственный плюс этого уровня, там есть, короче, дома, которые можно разграбить. Разобрать их и использовать потом. Ну, в качестве своего дома. Ну, если честно, я что-то не хочу опять мучиться их долбить так долго, эти блоки, а ты? Нет, тоже. Текс. Сейчас посмотрим. Ты маленький домик построил. Не дом построил, ты построил как мастерскую такой, знаешь. Ну, знаешь, оно на первое время надо. Ну, я имею в виду хоть что-то. Со временем, конечно, можно улучшать, еще поширше его сделать, или повыше, просто или там второй этаж хотя бы забацать. Либо падик. Ну, конечно, куда же мы без падика? Текс. Я тут. Тебя жду. Здесь страшно. Икс. Так долго. Да. Бивает. Сказал, что будет быстрее.
Это новый уровень, поэтому так долго. Пока он у тебя прогрузится. А как только загрузится, он будет потом больше, ну, быстрее в следующие разы. Ну, у тебя же быстрее загрузил. Но у меня и компьютер помощнее. Ой, у меня, смотри. Вон мне Порпинч. написали, что ты сюда прибываешь. Порпинч, уровень 3. Все, вот ты привет. Ой, Привет, здесь страшно, привет. сколько елок. Сколько Да. елок. У нас прям здесь сразу, вот здесь, смотри, как надо же уголь. Вот он нам нужен. Мы, собственно, пришли сюда тупо ради этого. Весь мир нафиг не нужен, только уголь нужен. Тут можно, конечно, пофармиться в этих данжиках, как варик. А больше-то, в принципе, не делать нечего. Текс. Отлично. Точно уголь, а то я что-то ломаю, не знаю что. А, я левелапнулся, поздравь меня. С повышением. Поздравляшки. Спасибки. Я старался. Привет. Классно. Все. Осторожнее здесь бяки. Есть очень сильные бяки. Он, видишь, около тебя крутится бяка. Это мощная бяка. Она более высокого уровня. О, ё-моё, Буся, ты собрал тусовку. Я собрал апачи! Буся, выпрыгивай, тебя сейчас убьют. Вот когда он делает это поле электрическое, из него нужно выпрыгивать на пробел. В любую сторону. Лишь бы выпрыгнуть. Я Мне отомстил не за тебя. важно, у меня есть пати. Я отомстил за тебя. Представляешь? У меня было пати. У тебя была своя туса, да? Да. Там сердечко. Да, скушай сердечко. Я скушала сердечко. Смотри, там веселый цветок есть. Смотри. Это веселый цветок. Видишь, какой веселый? Офигеть, да, он веселый. А в чем была его? Пусть я домой скрафтится, потом к тебе вернусь. Окей. Знаешь, что я думаю? Наверное, сейчас серию над этим, думаю, закончим, а следующий скрафтимся и дальше пойдем висеть. Как ты думаешь? Потому что там наверняка уже время накапало. Наверное, так сейчас и сделаем. Ай-ай-ай, меня кто-то молнией бьет, ай! Будь осторожна. Убивай Я не всех. знаю, что происходит. Убивай всех, но не позволяй себя обижать. Какая-то молния. Ах, они бяки. Накажи их. Накажи их полностью. Текс. Текс. Окей. Текс. Отлично. Ну да ладно, давай попрощаемся с ребятами и в следующей серии продолжим дальше. Что ж, дорогие друзья, у нас на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока. Всем пока.